Всем привет, дорогие друзья, спасибо вам за ваши просмотры, лайки, комментарии. Я отвечаю на ваши все комментарии, читаю все комментарии, что вы мне пишете. И, пожалуйста, хотел бы вас попросить, смотрите ролики до конца. Я стараюсь для вас, поэтому мне будет очень приятно, если вы будете смотреть их до конца. Сегодня мы будем катать с другом во взводе, в его день рождения. Будем катать на десятках, восьмерках, на имбо-танках, на не-имбо-танках, ну, на всех, что есть у меня в ангаре, танки. Поэтому всем приятного просмотра, и мы начнем. Че, он вылетел, что ли? Нет, он просто и там, да, типа... Да ну нафиг, да, по нему стреляют, он вылетел. Че, поедем на горку? Ой, скорпиончик отхватил. Машина в поле зрения противника. Все, мы тебя обменяем, настоящий. Блять. Ну вот, знаете, когда он сюда кидался. Ой, наконец-то вы справились с этой перезарядкой. Ну когда? Он на голде еще вижу. Я его не пробиваю. Сейчас пробую тортику эту башенку. Еще разок. Да, блядь, проверяй. Я за тебя дал. Ты-то дал, но не арта дала. Да, я едел. Меня тоже пытается. На тортик тягает, тебе смотрят. Да, примем от него плюшку. И не попадем, круто. Он кому-то бы карванул. ЦСКИ. Бахин, брат был. И не проехать, тут две бутылки задели, все. Да почему, проехать? Только я пока не хочу торопиться. Держатель поднят до этих кустов следующих. Давай скор, сука. Ладно. С другой стороны попробуй. Да. Там вот здесь проезд. Бортом в тебе. Вот это подарок. Да, на 527. Че, еще не успею. Успею. 526. Сейчас будет 398. Нет. Нет. Не будет, он ушел. Борский. Ой, я от скорпиона получил. Все, тарки получится, не кричите. Все вперед у меня. Бля, там скорп еще. Сорок 4 слева. Угу. Да, автоебаны. 3К. Нет, да, просто не буду, что тебе тут откидывать. Да я тоже отсюда буду. Я не поеду. Держу вас кого-нибудь, огорчу фугасом. Да пока ты доедешь. Ну круто. Потому что я в любом случае пробиваю. И с седьмой бортом не танканал. Уступи мне броню побольше. Да, давай. Дедушка, ты куда поехал? Все, дальше вперед, не кати. Да ё-моё. Щит надо было еще. Кто его напугал там? Пугах.
Стоп-клана не подождал. Чтоб он вышел, дать ему. Понятно, они лезть не будут. Не прыгай 4, тихо, тихо. 60 ТП на фугасах и 7 КД. Эй, со 7 не пробил, да. Все, есть 4 у нас умер. Тише, кладя по лёгку, голубили пробил. Кажется, нас накрыли. Блять, ты чё, пидор? Хэвик разряжается. Поляк, забери. Ща, я его не вижу, он за тобой. Блять, не пробил, ну. Все, он меня откадашится. Сука. Нас никто не поддерживал. Да никто не поддержит. Всем поебать. Готов укорчать людей. Я твой пыхи только пустой дал, понимаешь? Он наговорится. Противник обнаружил нашу машину. Бей, ему лицо поцарапал. Артак это. Не, пошли отсюда, пошли отсюда, пошли отсюда. Костя, ты как перебил. Заряжение готов к бою. Орудие готово к стрельбе. Цель захвачена. Можно открывать огонь. При помощи синяков CS-53. А, там ПМ еще катит. Играть, да, сейчас после боя собаку пойду накормлю и все, подобрись. Угу. Да ё-моё, гвардеец ты, сука. Эй, этот бой без урона. Ну как, без урона 2К уже. А, гвардейца убили, да? Минус арта. Чего каста у нас живет, пишет, не живет. А, я его не вижу больше. А, вот он. Размен хороший. Думал, он больше не будет. Короче, уже карту пока поконтрирует. Кран сейчас подниматься должен уже. Блин, не знаю.
знаю, может пойти этот ВК-100 спину залететь забрать. А там его борщик прикроет. Так он вот, я думаю, вот так вот залететь. С нашей стороны. Пойду попробую что-нибудь. Потом 600 тысяч там один раз. Блять, пушка не поднимается. Дал. Пробил. ВК-100 зависит, где я буду сейчас. Он на УТХ забирай и на ВК-сушку переводись. Ага. Забрал. Если настроение хорошее пока. Ну то пусть оно будет хорошее. Тут тортика за менее чем минуту уже ужрал, блин. Мощь, наконец-то вы справились с этой перезарядкой. Нарисовал все, что хер сотрет. Сейчас кто-нибудь даст. Когда... Бачат. Чтобы перестаньте водить дулом в разные стороны, вам его поломают. Без пушки, без КП. Бачат по КД просто пробивать. Не надо, да? Нет, а... 2-7-7, я тебя обожаю. Ты сразу как 3. Арта, блин, фокусил. Хуин день рождения. Арта фокус. Не пробил, круто. Не пробил, круто. И 7. А там еще фаля фавет пробит. Отталкивание будет. Отталкивание будет. Ёбрик, расстрелим. Не, он бочер на меня. А ей пикер, ну ладно, он не показался даже. А как бы мне? Не, ты чё? Не, ну зачем? Ну зачем уже? Здорово. Сука, полный свиней, стой, сложусь. Хуяк. Послушай, Маяк, ну что? А, я тут не... Торг будешь сейчас, если я такой дотрежек внесу. Нет, на место сегодня на работу сходишь? Посмотрел, блядь. Пока пролетел. 44 смотрю, выходит. Угу. 158. Где он вышел? Где он вышел? А, нет, походу, смотрю, он смотрит. Видит, тоже. Меня видит. Я вижу эти кайганы в одеком. Я только еще купил, что-то думал. Стекай из города. А, ну все, я не утек. Ну сразу закатил за камушек. За город. Не ушел. Не ушел. 55-ку вообще не купил. 10 игроков пошел на 430. Заряженный готов. В течение 100 боев, короче, держал средовку под 3800, короче. Выше меня только кормовчане и кого. И сейчас скажу. Кормовчане, потом из клана Oil, Нирюбу и еще кто-то там, короче, топовый. А, из Танолок.
остальные лок вообще топ-1 сервер, топ-1 на ру-сервер по этому ФГН 8. Киберкотлеты ебучие, блин. Зверт спор. Только купил один. Я сюда уехал. Игорь. Это не повезло, это 430. Да ему вообще не повезло. 60 и Ryzen 5 вроде, разница была еще такая. Скачай лайк, покажи. Ну вот он не собирал. Сука, он меня стоит. Да, я тоже помню. Есть именно видос, где вы Ryzen 3600. Не знаю, может что предложить, давай попробуем это. Я сейчас выйду прямую, я хожу больше, и потом выйдем и заберем просто. Это. Сколько, да? Но он меня стоит целит. Совсем сколько? 80 лет. Они, короче, танки в 400. Мули гребаный, я дважды коня не пробил. Я вам не сотому дал. Что за фонд-то что ли? Есть что там стоял? Ну, пока в комнате себя. Я себе собираю, не вот это. Ты не видел, там моргнул дочок у него. Ничего не видел, я видел, как тебя прилетело по щам. И все. А то он Денису моргнул. Я пускал посадить. На нос не пьет. 550. Там слева чел ваш на баде уже едет. Два. Я даже чуть не, я еще ничего не сделал. Два, ты выстрелил, сделал. Мочи меня, вот кто. Минус сто. Ладно, может никого не мочить. Игорь, не мочи. Мощь, давайте звездочку на богатство. Мощь. О, там Т-25 стоит. Сука, КВ-3 ошибается, а я не могу по нему кинуться. Это плохо. Это плохо. Потому что там стена мешает, а я снизу сейчас стою. Я ему за тебя дал. Я уже бы сам ему здесь отдать. Туда вот, да, увидишь. Красиво. Джон Син, ту-ту-ту-ту. Петрива. Так, 39 нету. Чего лайк такой маленький? Не знаю. Но он неудобный. Тогда. Надо успел Сириус хотя бы был маленький сказать. Пиздата игра. Цветок картошки на серверах, блин, давайте, потому что никогда не включили в главном офисе, они ничего не могут сделать. Какой какой как? Ну это ж бред. Бред. Так, это был красивый шот. Он сейчас заорет эту штуку. И рядом то, что вот это лицо потерял. Да я ему тоже хотел кинуть, не пробил, блин. Ты не пробил, блин. Я стерви отомстил. А я нет. А, сука, по мне кинула. Че где-нибудь справа сейчас стоит? Я еще без пушки, без наводчика. Минус одна авто.
Не минус. Понимаешь, мне нет ни пушки, ни наводчика. Ну сейчас он 2-6 наряжает. Гусля. Ну да. Не... Сет Б на катке. Я еще качусь. Да ёпта мать. Ты жди, я еще еду. А он еще 2-7-9 ранен. Поляк, ты зря вышел. Поляк, да, поляк. Он на фугасах, что ли? На катке. Не пробил. В борт. Я в 2 сотых. Сейчас я тебе подкачу. Минус поля. Один не сотый на кумулях. Это его ошибка. И не попадание. Второй на выгошках. Тоже ошибся. Сука, 705-й. Куда он меня пробил? Крышевашник. Да ну нахер, мне каток поставил. А как он, бля, в каток пробил? Дайте спрятаться. Я ей сотого на ходу дал в щеку, бля. На при сведении это крест принимает? Да, и стоп пускай поднимет. Али. Да. Надо пить. Тихо. 2-7-9 не мешает с Есотом, не могу даже не развернуться, ничего. Я не пробиваю, блин. Есот не пробил. Я скорее всего отметил, короче. Ой, блядь, другому чифу дал. А, я выйду прямую, а ты и Випета дай пару шуток. Ай-яй. Да. Ты вперед только дать хотел, чтобы тебя закрыть этот. Ты пробил его? Да я не стрельнул, ты перекрыл. Да и мне некуда было стрелять у него. Он башенку, просто башенку ему ковыряй, все. Ты зря-то пошел бачат же. Че? Да бачат на КДМ. 60, ой, супер конь, давай уже, вкатывай. Нахуй мне супер конь, я сейчас сам с ним разберусь с этими пятами. Батик зарядился. А, ну он ради одного шота, короче, вышел только. Почему он 2 дал? Че, бать, это хрен у меня танк, да? Ты не пробил, а я тебя пробил, еще за таранил. Это да. 2,5 кал у меня уже. Охеренно просто. Блять, дай. Да вы задолбали мне гусеницу хуярить, а? Стерва. Ну еще супер конь живой. А, вот сейчас на стерву можно даже не трогать уже. Она заебала. Забирай стерву. Отлично. 4200 урона. 1600. 263 пистолет. Где? Был. Подставлял раньше, когда ты там. В прошлой жизни, да. И 7-я, ты куда? А, все. Отдался. Какой 7-й? А, не знаю, какой-то тоже был. Он уже просто пушку там поднял. Я в пушку попал в эту фазу, а не 75-го.
На голдата тебя в борт башки пробивает. Блять, не попал. Не пробил. Три шота в 75-го, ни одного пробить, ни попадания, блин. Одно попадание было. Пока у нас Е5 стоит, целит, там выцеливает. Этого ВК-шку. Еду помогать. Да, я сам с ним. Можешь не торопиться. Да, я хочу. Ну, если раз хочешь, прям сильно хочешь, можешь помочь. Тормози. А где остальные? Каточек. Только попадание, понимаешь? Даже без каточка. Фактически. Блин, второй шот не дал. Не пробил. Ну его убили. Лео где-то стоит в кустах, перед нами будет сейчас смотреть. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я буду читать все ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока.